это сочетание 1 и 5. Число 1 амбициозное, лидер умный и решительный, число 5 Меркурия и планета бизнеса и финансов. Сумма этих цифр 6, очень романтическое число, планета Венера, влияющая на любовь и отношения с другим полом. Это магнетическая личность, привлекающая противоположный пол, как пламя мотыльков. В целом 15 лидер, меркантильный, деловой человек и романтик. Очень интересное сочетание, меркантильность в этом сочетании подавляется романтичностью числа 6. 15 очень упорное число и, приняв решение, придерживается его, будь оно плохим или хорошим. Это упорство проявляется и в работе, они никогда не бросят что-либо недоделанным. Такие люди редко продолжают оставленное ими дело, они передают его под руководство других, а сами берутся за новое. Эмоциональные особенности, главные черты, романтичность 6. Материализм присутствует, но он разбавлен. Этот человек ищет романтическую натуру. Если у партнера есть деньги, тем лучше, но это не так явно, как для числа 5. Эти люди легко возбудимы и их легко рассердить. Они остывают так же быстро, как и загораются. Им не подойдут люди, которыми они не увлекутся духовно и романтически. 15 неизлечимый романтик. Они любят деньги, но их отсутствие не слишком их беспокоит. 15 легко уживается с людьми, лучше всего с теми, кто хорошо обеспечен. Браки у них удачны, но их супруги должны отвечать на их романтичность, так как для них это главное. Супруг должен уметь жить в том романтическом мире, который строит для себя человек числа 15, и ни в коем случае не разрушать его. Счастливые числа 6, 15, 24, 8, 14, 23. Враждебные числа 8, 17. Счастливые даты 6, 15, 24. Счастливые дни, вторник, среда, четверг. Плохие месяцы, май, июнь, октябрь. Счастливый цвет, розовый. Счастливый камень, бирюза, изумруд. Болезни, ухо, горло, нос. Недостатки. Число 15 легко попадает под влияние и при плохом влиянии может попасть в дурную компанию или стать жертвой недобросовестных людей. Их любовь к деньгам может привести их к играм и незаконной деятельности. Они возбудимы и вспыльчивы. Рекомендации. Это мирное число, эти люди всегда благополучны материально. Но прежде чем что-то начать, им следует хорошо обдумать, так как они уходят в сторону. Следует самим обдумывать свои решения. Нужно научиться терпению и не увлекаться мелочами. Число мирное, но не совсем меркантильное. Эти люди могут иметь успех в жизни,